Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Вот сегодня мы с Андреем под такие звуки кричащего изюбря. Не знаю, слышно или не слышно на камеру. Ревет он, затих. Не просто орёт. Он просто ревет, да? Ну там наступил на что-то, наверное. И вот мы, получается, поднимались сюда сколько? Часа 3-3,5, да? Где-то вот так вот. Поднимались мы по горной речке очень долго. Саша, облака. Ну, какие горы. Облака, смотрю, ниже гор. Смотрю, такая сопка, такой мощнейший утес. Струя туда бьет с таким поворотом. Место такое красивое. Мы вышли, чтобы тут лодку снарядить. Разложить все. Сегодня мы, у нас комплект не водометный. Сегодня мы просто ходим на винте. Сегодня мы с Андреем без водомета, на обыкновенном винте мотор взяли. Потому что здесь еще можно пройти так. Вода недавно упала. Сегодня мы будем пробовать поймать все. Поймать все. Ну конечно, он орал. Поймать все — это значит не поймать ничего. Сегодня у меня вот самые основные такие приманки выложены. И на мелкую рыбу, и на крупную рыбу выложено. Сегодня у нас 3 спиннинга. Все блэк-холлы. Это Conquest, Hitman и Magic Breeze. Андрей линкового спиннинга не взял. Сказал, я, короче... Я сегодня... Чё ты? По крупнику. По крупнику будешь, да? Так ты так голодным останешься, если по крупнику будешь. Ничего, еще не вечер. Еще не вечер, говоришь? Ну, будем пробовать. Ты у нас в ведерсах, я ж ведерсы не... Давай, у меня даже их нету никогда. Будем выходить на режим. Пробовать что-то поймать. Изюбряк орёт, да? Да, конечно, изюбряк орёт. Кому тут еще можно кричать? Как потерпевшему. Красивейшие места, да, брат? Тайменя нету. Рано, конечно, ему как ни крути, правильно все-таки. Сказочные места, да, брателло? Работаем мощнейшими большими приманками в поисках найти тайменя. Но тайменя поймать не так уж просто. Молодняк, молодой. Да не бойся, не тронем мы тебя.
Да не тронем, красавец. Мы ж не браконьеры, и оружия у нас нету. Запись идет, нет? Да. Ой, красавец. Молодой медвежонок. Так какой попадется, мало не покажется. Смотри. Хотел переплыть, испугали медвежонка мы. Видно, без мамки, что ли, остался. Браконьеры, наверное, козлы, блин. Хотя вроде уже большевато, они уже, наверное, такие уже самостоятельную да, жизнь вышли, да? Саш, это и... больше тебя ростом будет, да? Блядь. Конечно. Это белогрудка, гималайский медведь на Дальнем Востоке. О, а мы идем в горы, курс на Яраб. Шутка, вот так, конечно. Блядь, расслабился, да, так? Ну. Тихонько, я смотрю, издалека. А Мишка. Я тебе скажу, а большие, я здесь много очень видел медведей, когда они горные реки переплывают. Я скажу, большие их лодка не смущает. Прям подплываешь, можно им по ушам пощелкать. Тебе спокойно. Ну, так, чтобы он дна не достал. Если дна достанет, сразу же лодку порвет в касание. Ну что, наш курс в горы, брат? Ну, конечно. Лучше гор могут быть только горы. Смотри, какая красавица. Я же говорю, коза. Коза. Козел ты, козел. Это был козел. Это козел, да? Ну. Че, разглядел, нет? Ну, я видел, как он бубенчиком извинчал, когда на такой склон прыгнул, как этот.
Андрюха, клюет. Да? У тебя, наверное, там гальяны клюют. Ну, а что, блядь, а что я еще могу говорить, блядь? Че, ушел? Ушел? Что нас тут занесло кругом, одни заломы, блядь. Видишь? Сейчас запихну это, блядь, подержу здесь глубина, блядь, я подержу это. Прикинь, плескался, плескался, а брать не хочет. Таймин, да? Ну да, блядь, видишь. Правильно мне дедушка в детстве говорил, та рыба, которая плещется, так клевать не будет. Вот, да что тут сахатишь, блин, клев гальяну, брателла. Ты правее возьми, правее, отойди туда на струю ближе. Что он тебя там в стоячей воде будет брать? Вот здесь надо, конечно. Я видел у тебя пару поклевок. У тебя муха просто не рабочая, надо нормальную мухоту ставить. Вот смотри, у тебя как попер ко дну там. Вот здесь осенью, да, будет кайфово? Здесь осенью кайфово будет, да? Когда хариза будут скатываться, тут-то и тайменья будет, да? Засосала нас в эту протоку. Брать не хочет, блядь. А точно нет, блядь, да? Я говорю, винарка ведет, блядь. Ну что, давай это заводи потихоньку, подкачай. Так, если прыгать. Здравствуй, залом, да? Что-то завоняло. Это не от тебя, нет? Это от нас обоих, блядь, воняет. Значит, он тут вот кормиться вылез сюда. Да вот здесь он, блядь, стоит прям где. Хочешь по этой протоке пройти? Да я фиг его знаю. Ну, не важно, чем эта протока закончится. У них подшаблонка, блядь, они все проскочат. Вот и я ж про это ж.
чем этот проток закончится, да? Хана, полетели. Здесь вот он полюбаче живет, вот, стопудово. Вон летит. Че, давай его отловим. Смотри, какое местечко. Он, наверное, ждет, не дождется, когда ему воблер тут в пасть подлетит. Смотри, даже никто не подрывается, да? Что-то он какой-то не такой, да? Уже тут под заломом ему уже тут провели. Брателла, клюй. Мы все тут. Джж, воблер перепутался. Ладно, нам пора уходить. Хорошо, да, идет? Я попробую салма перч. Я по-любому знаю, что тут нифига нет. Контрольная проверка. Застежка карабинов. Ой, блин, и нас несет в залом. Ты не поверишь, брат. Там не успеешь расслабиться, и ты уже в заломе, да? Вот здесь он, может быть, на выходе на плюс стал. Попробовать. Вот ты кинул. А? Ты, говорю, кинул, говорю, как в лужу пернул, блин. Я туда хотел кинуть. Че поймал? Андрюха, вот он.
Во! Маленький. Какой-то малыш ужалил салма-перч в размере 12. Да, конечно, куда он нужен такой маленький? Слава богу, что сорвался. Куда нам такой-то и мешонок? Вот, видите, уважаемые, я вам рассказывал про салма-перч в размере 12. Напоминаю, шибучка под каменчик. А вот на ваших глазах произошла поклевка. Ну, это мешонок был небольшой. Вытаскивать его не нужно было. Хорошо, что сам ушел, чтобы его не травмировать. Все равно бы отпустили. Но, тем не менее, работает. Вот он. Хотя сегодня как бы не лучший такой день по поклевкам. Можно сказать, сегодня вообще ничего не клюет. И мешуночек мой маленький, вот так приходится ловить рыбу. Держаться среди заломов. Махонький-то и мешонок-то воблер почти. Конечно, отпускаю. Брат, забери его и выпусти, пожалуйста. Он даванул. Ух ты, 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 какой он. Ты ему не передай жабра-то. Так взялся. Выпускай его аккуратно. Смотри, прям четко на входе стоял. Перед заломом, где всасывало, да? Щука, вау! Ты понял, брателло, как пацаны ловят горную щуку? Смотрите, опа! Чистая горная щука. Запрыгала. Ну, а что нормально так? Не, ну горная щука, она сильная, она не то, что вот эта шляпочная. У нее и мясо-то хоть козырное похавать. Кстати, скоро щука будет катиться. Она его, видно, с леночком попутала. А вот здесь же мы-то имение поймали со щукой же. Mm-hmm.
Они, видно, в этом месте стоят, щукарики. Ну, какая она красивенькая. О, горняк, щука-горняк. Светленькая такая. Поймали щуку, блядь. Я сюда потом Ну вот, завершилась наша рыбалка. Речка выходного дня. Отдохнули. Ехать до Хабаровска не очень далеко. Да, брат, ты отдохнул, братела? Вот все, всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч.